Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от отдыха на морском побережье Сочи. Спортсменка отметила, что со времен ее детства в курортном городе мало что изменилось. По словам легкоатлетки, за все время пребывания на курорте искупаться удалось всего лишь один раз. Елена пожаловалась на сильный ветер, создававший волны на море, однако главной проблемой стали булыжники, из-за которых ее дети с трудом заходили в воду. Берег и дно в булыжниках. Да и вообще, со времен советского периода, на который пришлось детство прославленной спортсменки, курортный город практически не изменился. «Весь антураж и морская атмосфера напомнили мне мое детство», — написала Елена. Елена Исинбаева осталась не слишком довольна отпуском, проведенным в Сочи. Куда лучше курорты в Монако, также отметила олимпийская чемпионка.